Для одних день города прошел под девизом «Отдыхаем и веселимся», для других он стал испытанием на выносливость и силу духа. В столице республики впервые состоялись всероссийские соревнования «Чебоксарский акватлон». Любители позагорать на столичном пляже стали свидетелями того, как более 150 триатлетов из разных регионов страны боролись за медали всероссийских соревнований. Спортсменам предстояло преодолеть километровую дистанцию вплавь по Волге, а после сразу же пробежать 5 километров. Самым стойким среди мужчин оказался уроженец Шимуршинского района, член сборной команды России Дмитрий Ефимов. Однако финишировать в гордом одиночестве не получилось. Разница между временем победителя и серебряного призера Дмитрия Федосеева из Волгоградской области составила 3 секунды, что не очень порадовало лидера. Они моложе меня на 2 года. Вот, вроде 99-го. Но очень сильные соперники, растут все. Вроде недавно они выступали по юношам, и не были еще рядом, они были вроде слабые. А сейчас, видите, финишируют уже. Ну и я просто сдал тоже свои позиции немножечко. Следующий сезон постараюсь на максимум. Все, что я могу, тренироваться упорно и работать. Обладателем бронзы среди мужчин также стал представитель Чувашии Олег Атурин. А среди женщин-хозяек призовые места у Алены Савастьяновой и Марины Уткиной. Всего же на Чебоксарском акватлоне было разыграно 19 комплектов медалей в разных возрастных группах среди спортсменов и любителей. Для большинства участников эти старты стали заключительными в сезоне. Но не для лидеров сборных своих регионов. В сентябре им предстоит проверить себя на чемпионате России по дуатлону. Екатерина Абрамова, Арена Гавелян, Республика.